Гипертоническая болезнь – это заболевание, основным симптомом которого является повышение артериального давления, обусловленное нервно-функциональными нарушениями тонуса сосудов. Гипертонической болезнью в одинаковой степени страдают и мужчины, и женщины. Цель проводимой акции – напомнить о важности этого заболевания и его серьезных осложнениях, а также предоставить информацию о профилактике, выявлении и лечении гипертонии. Ведь это заболевание – наиболее значимый фактор риска смерти во всем мире. Причинами высокого давления являются избыточный вес, стрессы и наследственная предрасположенность. За давлением должны следить абсолютно все, начиная с 18 и старше. Люди с ожирением, люди со стрессами, люди с высокой нагрузкой. В общем, давление мерить нужно для того, чтобы выявить группу риска, после чего обследуется человек, у которого давление повышено, берется на диспансерный учет и наблюдается доктором.